Памятные подарки ветеранам в честь 75-й годовщины Победы доставляют прямо домой. За несколько дней до праздника сотрудники Организации социального обслуживания населения Республики приходят к участникам войны в гости. Здравствуйте, Валентин Яковлевич! Мы вас сердечно поздравляем с наступающим праздником, 75-летием Великой Победы. И это сертификат на получение 25 тысяч рублей. А вот подарок. Вот такие подарочные наборы вручают ветеранам. В них теплый плед, книга о Великой Отечественной войне, сладости и поздравительная открытка. Вместе с подарком наши дорогие участники войны будут получать именные поздравления от Олега Николаева. Также по его решению в честь 75-летия Победы инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей произведена единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей. Ветераны принимают очень сердечно и радушно, встречают, очень рады, потому что вот во время самоизоляции, наверное, все-таки скучно сидеть дома, да, и не у всех есть близкие, которые рядом. Вот, подолгу разговаривают, мы, конечно, стараемся держать дистанцию и долго их как бы в подъездах не держать. Вот, но, тем не менее, стараемся делать все оперативно, быстро, но душевно и сердечно. Всего в республике проживает 491 фронтовик. За три дня каждого поздравят и вручат подарочные наборы. Юлия Важенина, Михаил Солин, Республика.